Всем привет! Хочу вас познакомить с очищающим маслом для лица из серии Even True NutriFX. Пользуюсь этим маслом уже давно, как вы видите, да, только я не просто так на меня пылится на полке. Нет, заказала, пользуюсь, и очень удачно. Сначала я заказала для себя, для сухой кожи, но оказалось, что оно идеально подходит и для жирной кожи тоже. Очищает оно, смывает макияж, очищает кожу, и на жирной коже убирает весь блеск, потому что при соприкосновении с водой масло превращается в молочко и идеально очищает. Не закупоривает поры, не расширяет их, а именно что делает лицо чистым. Посмотрите, прям несколько капелек. Сейчас я сделаю это на 2 спонжа, чтобы это нам было удобнее и быстрее. Протираю лицо. Смывает как косметику, так и подходит для умывания. Как говорит наш косметолог Светлана Ковалева, что ложиться спать с косметикой на лице – это непозволительная роскошь для нашей кожи. Абсолютно с ней согласна. Не представляете, какие от него приятные ощущения. Ой, мне что-то с телефоном. Мы сейчас все поправим. Не знаю, насколько, конечно, вам сейчас будет видно эффект того, что масло превращается в молочко, но я сейчас постараюсь вам его показать. Видите, при умывании мне это не видно, но масло действительно превращается в молочко при попадании. Вот беленькое молочко стало маслом, стало белым молочком. Поэтому оно идеально умывает как сухую, так и жирную кожу. А еще одно такое интересное правило увлажнения. Сейчас вам быстро, прям 2 секунды, после умывания и после того, как вы вытерлись каким-то там сухим попушным полотенцем, в течение 60 секунд нанесите какое-то свое увлажняющее средство для того, чтобы на коже сохранить увлажнение и не потерять его. Будьте красивым и обращайтесь к нам.